качества. Ну а тренерам и преподавателям, конечно же, увидеть в вас те таланты, которые дальше развивать и показывать то, чтобы в Украине были победы сначала за любимый город Днепр, потом за нашу область. И, конечно же, в итоге выступать за нашу страну на международных соревнованиях. Самый зрелищный, самый интересный, самый захватывающий вид спорта. И это мой любимый вид спорта. И я также вам желаю, чтобы он и стал и вашим любимым. Поэтому проявляйте себя, ставьте перед собой цели, и девочки, и мальчики, потому что женский футбол сейчас очень хорошо развивается, и в том числе и в нашей стране. Желаю вам, чтобы у вас все получилось. И еще раз получайте от футбола удовольствие. Очень приятно, что проводят такие праздники для детей, тем более много детей есть переселенцев. Пришлось из-за войны покинуть свои дома. Поэтому очень приятно, что федерация делает такие фестивали, праздники, чтобы дети общались, занимались спортом, как-то отвлекались от этого. Я думаю, наоборот, надо побольше таких делать праздников. Як ви знаєте, в нашому проєкті частина дітей – це діти-переселенці, тому я думаю, що сьогодні футбол – це найкращий інструмент, щоб їх об'єднати з місцевими дітьми і інтегрувати в громади наші, які приймають їх. 200 дітей сьогодні – дуже велика масовість, і ми бачимо, що діти з величезним бажанням виходять на футбольне поле. Тим більше подивіться, якої якості цей стадіон, який входив до програми будівництва стадіонів зі штучним покриттям Федерації футболу. Ну, я думаю, що дуже символічно, що іменно стадіон, який в своє время нам удалось реконструювати, який був в очень долгом забвении, мы его вернули к жизни, и он сейчас один из самых лучших стадионов для массового занятия и легкой атлетикой, и футболом. Я думаю, что как раз символично именно на нем сегодня провести целый ряд мероприятий, который у нас связан с Европейским Союзом, вместе с Федерацией футбола Украины. Это поддержка наших детей, переселенцев и наших спортивных школ по возможности нашим детям дать первые уроки футбола, открытые уроки футбола, где мы привлекаем наших известных в прошлом футболистов, чтобы они показали свое мастерство, мастер-класс. Ну и, конечно же, хотим, чтобы благодаря таким урокам футбола у нас как можно больше детей пришло в спортивные секции.